На татами приглашается Быков Алексей, Барсиян Арам. Следующий бой. Мужчины среднего веса. Также обещают быть весьма и весьма интересными. Быков Алексей, Барсиян Арам. Это очень опытные люди. В прошлом Арам являлся серебряным призером страны. К сожалению, очень большой перерыв у него в тренировках и в выступлениях. Но я думаю, что сейчас мы будем свидетелем того, насколько он в форме или же нет. Пока я вижу большое превосходство в скорости движений у Арама. Но Алексея это совершенно не смущает. Прекрасный лоу-кик. Алексей прекрасно атакует руками. Немножко не хватает скорости ему. Расслаблен, спокоен Арам. Прекрасная скорость показывает Арам. Прекрасную. Прекрасную скорость показывает Арам. Очень грамотная работа. Атака в печень. Хороший кубик Гэри. Майя Гэри прекрасный. Я думаю, все закончится в первой двухминутке. Да простят меня зрители. Прекрасно. Прекрасно работает на встрече под выпрямленную руку. Безусловно, этот бой достоин аплодисментов. Раскованный, артистичный Арам. Вот его скорость обескуражила Алексея, он немножечко растерян. Это его заковало. Не может действовать раскованно. Что скажут судьи? Выслушаем, что скажут судьи. Основное время победителей. Дополнительное время. Дополнительные 2 минуты. Локоть в плечо. Очень серьезное оружие. Это аналог лоу-кика в ногу. Прекрасная Мэй Гэри. Звук слышен по всему залу. Очень раскатисто. Ну, непреднамеренное нарушение правил. Бывает, что рука бойца съезжает с плеча и достает гортань, но это непреднамеренность. Прекрасная комбинация. Уши Рамаваши очень красиво исполнен, но не достигший цели. Нет. Прекрасная работа, набирает темп концовочки боя. Согласитесь, зрители, это действительно красиво. Бои мужчин – это украшение нашего турнира. Это достойно, в общем-то, праздника наших советских войск. Тем более, многие выступающие из них имеют, безусловно, к этому отношение профессиональное. Виден замысел у Арама. Он готовит опять серьезную атаку в голову, обрабатывая корпус. Практически обездвиживая своего противника. И, как мы видим, он совершенно погасил скорость и заковал плечевой пояс своему противнику. Это следствие ударов в область диафрагмы. Такая уж физиологическая особенность нашего организма. И этим успешно пользуется Арам. А вот это оценка. Это оценка и, судя по всему, поражение для Алексея.
глядя на этот бой, задаешься вопросом, а устает ли вообще этот человек? Раскован, расслаблен, спокоен и потрясающе взрывной. Бой достойный аплодисментов. Достойный аплодисментов. Очень красивая работа. Mm-hmm.